Нихуя себе маленький да удаленький. Перекуп чуть не наебал систему. Даже мы не ожидали, что это мелкая дрочь с мотором 1.4 на такое способна. Что там, кстати, продавец пишет? Авто без ДТП. Естественно, лакокрасочная, без повреждений, как новая машина в ДТП не была. Повністю не пошкоджена. Готов к любым проверкам. И мы такие думаем, ну реально, мелкая дрочь. Явно такие не берут для межконтинентальных перелетов. Пробег там максимум сотка, и это еще с запасом. Да, кстати, это у нас Hyundai i20. 2011 года, то есть тачке 13 лет. Пробега 115 тысяч, это вполне нормально для таких машин. Коробка автомат, продается она в Киеве за 7 850 баксов. А это почти верх рынка как бы. Ну и давайте посмотрим, что там по ней реально. Говоришь, без ДТП? Опачки, а что у нас тут? 200 тысяч гривен в 2018 году. Элементы конструкции кузова, структурные элементы кузова, подвеска, нифига себе, как бы, да? Машина без ДТП, говоришь, лакокрасочная, как новая? Видим, что заехали и в морду, и в жопу, и по бочине досталось. А что у нас с пробегом? А вот тут нихуя себе, как бы, для такой дрычки, да? 400 тысяч километров в 2018 году у нее уже было. Нихуя себе. Я реально в ахуе, как этот мотор 1.4 накатал 400 тысяч за 7 лет. А с тех пор прошло еще 6 лет, блядь. Так сколько ж там уже? Миллион? Короче говоря, я просто в ахуе. Тачка Дункана Маклауда неубиваемая. Ее и хуярили, и взад, и вперед. И пробег уже космический. А она уперто не хочет подыхать, прикиньте. То есть получается, тачка еще и нихуя себе надежная. Надо брать.